Всем привет, дорогие друзья! С вами Владимир Зуев, мой друг Александр Копусов. Да, мы сегодня прибыли на городскую речку для того, чтобы немного половить на отводной. Участок сегодня, что, какая снасть? Да как обычно, отводной поводочек. Все тоненькое, все легонькое. Ну, под вот нашу местную гигантскую рыбу. Ультралайт, да, у тебя? Конечно. Ну вот у Саши ультралайт, у меня бейткастинг лайт. И, ну, я как бы надеюсь, что сегодня может что-нибудь там, какая-нибудь щука. Я даже поводок из струны поставил на всякий случай. Ты давай, не смейся. Ну, в общем, ладно, ребят, приглашаем вас на эту легкую разговорную прогулку. Раз, два, три. Нельзя с первого заброса лучше, но придется. А, нет, убежал? Придется, да. Убежал? Это хорошо. Вот кто-то из травки убежал. А, жаба! Так, покрупнее было травы, это середка за него. Инсайт окей! Вот такой местный мелкий окунек. Красивый. Из первого заброса, Саша. Нельзя рыло из первого заброса? Да я уже поймал. Вот, блин. Оп. Ты заметил, как летит? Я поначалу это вообще мучился. Не мог закидывать ни через голову, вообще никак не мог закидывать. Но потом я как-то это более-менее освоился. Мелкий окушок. Стандартный. Клюнул данный представитель подводного царства. Поклевок было много, все на выходе из ямки. Но, видимо, клюют его собратья, которые не могут заглотить резину. Ну, фактически в половину его размера. Поняли, что окунь очень мелкий, решили также уменьшиться. Бодрит. Бодрит? Всем приятного чаепития, если вы сейчас сидите, смотрите, чаек, спите, чаек пьете. В холодный пасмурный день и выпить чарочку горячего чая. И погреть руку об чашку. Так, ну мы решили немного переехать, поменять место. Уехали совсем уже в завод. А я тут... О, есть первый. Да? Есть первый окушок. Как обычно, супер размер. Да, размер просто гигантский. Ну, в прошлый раз я здесь парочку таких окуней, грамм, наверное, по 200 поймал. Поэтому сейчас немного сместимся туда, вверх по реке. Там места вот более такие, как на форелевых реках, такие с камушками, перекатиками и так далее. И будем пробовать еще там ловить. Перешли на новое место. Сразу же попался уже более-менее съедобный окунек. Будем продолжать.
очередной окунишка. Красавчик. You can do it. You can do it. Видел, видел, Саш, видел. Давай, давай, давай. Вот она! Вот это слоняра! Дайте подержать. Дай пять сначала! Молоток! Вытащил. Вот вам, господа, и ультралайт. Вот бывают, это да. Такие трофейчики. Разверни ко мне лицо мое. Вот это я понимаю. Красавица, думаю, килограмм на 5. Вот это монстрятина, слушай. Жесть. Вот это кайф. Дай 5. Красотка, идешь домой? Я кровь бью уже, все смешалось. Очухивайся. Вот. Пошла. Мы только что. Не, что это убить. Ну все, есть на видео. Не. Давай, 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 приходи в себя. Сейчас мы жабрик затыкал. Смотри. Мы что, откуда притащили на самом деле? Вон с того берега. Ну что ты, пошла? Готова, нет? Мамка. Давай, давай. Ну? Конечно. Да, поранен на самом деле. Не. Там на ней маяк. О! Ну-ка, Саня. Дай 5. Ну как ощущение? Потрясающе. Потрясающе. И меня самого колотит до сих пор. Пасмурный, дождливый, будний день. После работы. Спасибо тебе, Ольга, что вытащил на эту замечательную рыбалку. Героем дня стал сегодня вот такой вот маленький виброхвостик, съедобная резина. Без поводка, 0,14 леска, 0,12 плетенка. Да. Помощь друга. И... неоценимая. И трофей был нами завоеван. Да. Да. Ну ладно, ребят, на этом, наверное, мы будем закругляться, потому что смысла, наверное, уже больше и нет снимать. Я думаю, что нам и так сегодня фартануло. На сегодня будет достаточно. Да, даже, знаешь, я бы сказал, судя по моим последним... 6 там или 7 рыбалкам на целый год хватит. Я тебе говорю, что хорошая рыба есть. Хорошая рыба есть, да. Ладно, ребят, всем пока. До новых встреч.